Привет, друзья! Я Джордж Кукурузкин. Сегодня я расскажу, как привязать приемник к пульту FlySky i6. Прежде чем приступать к привязке, я хочу показать вам, что приемник и передатчик не настроены. А теперь приступим к привязке. Вставляем в первую очередь перемычку в приемник. Включаем приемник. Индикатор на приемнике начинает часто моргать. В этот момент вытаскиваем перемычку. Индикатор приемника продолжает часто моргать. Нажимаем на кнопку «Бинт» на пульте и, удерживая ее, включаем пульт. Спустя 1-2 секунды установится связь между приемником и передатчиком. Привязка завершена. Спасибо за внимание. С вами был Джордж Кукурузкин. До новых встреч, друзья!